Ну скажи, что с ним все. Артем, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы, неловко как, хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе верну, как только смогу. Спасибо, Артем. Есть еще добрые люди. Я сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот, сидел я в радиорубке, слушал эфир. И пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся. А вот остальные выходили на связь. В том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы. Наносить еще удары по ним. Ну, никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети, в эфире плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. А что я мог сделать? Ну, ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война, может, и кончилась. Но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомню, дрожь пробирает. Привет. Все в норме? Ну что же? Вот, посмотри. Ведь как обычно, заметил лошадь. Без хорошего автомата, считай, нету солдат. Проверяет туннель. Все эти слова понимают. Такой защиты хватит точно. Короче, однажды шли мы как-то в сопровождении такого каравана. Двое впереди, трое на дверцах, один сзади. Ирина! Опять наш хаос. Давай, вставай, скотина пьяная. Ты кто? Ты кто, дура? Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь за сковородкой, тебе хана! Ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись как следует. Можешь теперь эту инструкцию засунуть на... Давай, двигай! Господи, с алкашом лечу. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становятся? Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются или шлюхами. Солдат — это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит, годен к воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5,45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей?
думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москвы не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро не будет. Земля достанется мутантам. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил? Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумал. Ведь сколько лет прошло? Сколько лет? А связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы-то. А Петербург... Какой чудный город был. Соборы его невероятны. Адмиралтейство, Золотое Игло. Я вот отлично помню летние вечера на Невском. Все битком. Девушки точеные планируют красотки. Детишки с мороженными шариками. Отовсюду музыка несется. А воздух, какой воздух! Не надышаться же. Какой прекрасный мир. Мы его уничтожили. О, привет! Ну чё, как? Ладно, сынок, ты готов? Славно. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артем, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Готов выдвигаться? Родины спокойны благодаря ему. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно не сказал. Копыта! Свинячьи копыта! Пальчики оближешь. У меня выбор, как в Пентагоне. Что же мне теперь? Шутка. Где и все довольны. Меняю патроны. Это как у укладчика парашютов. Никто не жаловался. Шутка. Но хотите, идите к другим.
там дешевле, и железо все ржавое.